Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Уже как 4 года слежим в соцсетях за бывшей парнем. Все это потому, что в начале отношений он много чего рассказывал о ней. Как он ухаживал, дарил цветы, вел себя с ней идеально. Она ушла от него. Я нашла ее в интернете, потому что мне было интересно. Она красивая, стройная, милая, ведет себя как леди. Я немного другая, как внешностью, так и характером. Из-за этого я потерял себя. Я сравниваю себя с ней, копирую. У меня ужасные комплексы. Блокирую ее аккаунт, а потом все равно захожу к ней. Когда вживую ее вижу, постоянно злюсь, что она красивее. Мне это уже надоело, я хочу быть с собой и не могу. Прошу совета, как полюбить себя. Такой вопрос у нас имеется. Ну, София, что приводит вас к мысли о том, что советы помогут вам себя полюбить? Что приводит вас к такой мысли? Очень было бы интересно узнать. Дело в том, что советы, как правило, не помогают. Советы не помогают полюбить себя, потому что проблематика эта, она системная и завязана на индивидуальных особенностях вашей личности, в первую очередь. То есть мы не можем в данном случае говорить о том, что вот сейчас вам, значит, ну, дадим вам какой-то совет, да, и все. И вы сразу что-то для себя, например, поймете и все. Проблема решится. Нет. Я ни в коем случае не скажу, что такое возможно. Вот. Дело в том, что вы привыкли так думать. Вы привыкли сомневаться в себе. Вы привыкли стараться быть лучше. Вы привыкли, вероятно, не принимать себя. Я имею в виду не принимать себя такой, какая вы есть. Вот. Вы привыкли так жить. И вряд ли вы сразу так, ну, от этого откажетесь. Честно говоря, я в этом не уверен. Вот. Я не уверен в том, что вы готовы отказаться от такой модели поведения, хотя бы потому, что вам такая модель поведения, вероятно, что-то дает. То есть у вас есть вторичная выгода. Пока эта самая вторичная выгода не будет найдена, вряд ли вы перестанете вести себя так, как ведете. Потому что, я повторюсь, у этого есть причина. Важные, серьезные причины. Понимаете, да, в чем штука? Дальше. Если вы хотите, понять, например, если вы хотите понять,
так скажем, причину или основания для такой вот вашей модели поведения, то задайте себе вопрос, почему у меня появился интерес к этой девушке. Что произошло, что у меня появился такой интерес к ней? Задайте себе этот вопрос, я думаю, что многое вам станет понятно. Потому что сейчас вы говорите о том, что вам просто, сейчас вы говорите о том, что вам просто стало интересно. Ну, давайте, может быть, будем несколько более честными в этом смысле и скажем, что вам было неинтересно, а вы почувствовали необходимость для себя решить какую-то свою проблему, например. Вот. И, собственно, вы начали эту проблему решать. Понимаете? То есть уже тогда, когда молодой человек начал рассказывать о том, как он ухаживал там за этой девушкой, вот уже тогда с вами, судя по всему, что-то начало происходить. Только вы, получается, замаскировали это под интерес. И моя идея заключается в том, что до тех пор, пока вы маскируете что-то под свой интерес, вот, выдавая это, собственно, за интерес, вот, ситуация не поменяется, ситуация будет такой же, потому что вы себя обманываете. Поэтому, если вы хотите разобраться в себе, то задайте себе вопрос, что стоит или что стояло за моим интересом к этой девочке. Вот. Я думаю, по крайней мере, что примерно такой ответ вам можно дать сейчас с точки зрения психологии и психотерапии. Вот. Что касается любви к себе, то, на мой взгляд, это, это определенные приемы, это определенная техника, вот, и, соответственно, советы здесь мне помогут. На этом все, я буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать над собой работу, желаю вам всего самого доброго и удачи, обращаться.